Порядка 150 человек подвели промежуточные итоги своего обучения в первой Брестской IT-школе. И хотя минувший учебный год сложно назвать полным, функционировать заведение начало только в январе, воспитанники уверены, им уже удалось добиться многого. Подтверждают слова и педагоги, своими учениками они очень гордятся. Замечательные ребята, очень талантливые, очень способные. Приятно очень с ними работать, и родители просто великолепны. Я считаю, что нам очень повезло. Замечательные 3D-модели делали ребята в программе 3D Max. Сложно что-то выделить, потому что все очень старались. Такие вещи делали замечательные. Также проект школы будущего, как дети видят школу, чтобы им было удобно, где они даже, где лавочки будут, какие туалеты будут, все сами проектировали, а преподаватель был просто рядом. Мероприятие, посвященное окончанию учебного года, прошло в формате презентации общей об итогах работы школы и планах на будущее, а также небольших отдельных. В числе юных разработчиков Игнат Мисиюк. В ожидании своей очереди юноша, кажется, совсем не волнуется. В проекте и знаниях уверен. Кстати, именно IT-школа помогла Игнату определиться с профессией, которую он хочет освоить в будущем. Я вижу свое будущее связанное с IT-сферой. Как я и сказал, эта школа дала мне определяющее мое направление в будущем. Это интересно, потому что веб-программирование, мне кажется, вообще программирование, в программировании ты можешь чувствовать себя как художник, ты можешь творить все, что тебе взбредет в голову. Поддерживают выбор Игната и его родители. Мне в первую очередь важно, что появился интерес. Появился, закрепился, развился интерес. Сейчас у меня ребенок сам на англоязычных сайтах проходит онлайн-курсы, сертифицируется. Я просто в шоке, как оно все вот закрутилось, понеслось. Ну, благо у него есть знание языка, то есть он может, в принципе, это делать. И я надеюсь, что школа для него стала вот хорошим стартом. Я бы хотел, во всяком случае, чтобы у него жизнь была связана с IT. Я вижу в этом перспективу. Будет ли продолжать обучение в следующем году, Игнат пока не знает. Впереди ответственный 11 класс. Но если время позволит, обязательно. Как наверняка и сотни других брестчан, для которых руководители проекта уже готовят новые направления обучения. У нас очень много планов на новые направления, которые же будут стартовать с сентября месяца, с нового учебного года. Спрос, потому что у детей есть на это спрос. Создание роликов на YouTube, так, чтобы они были такие кликабельные, чтобы лайки ставили. Анимация, мультипликация мы тоже внедряем, нашли замечательного преподавателя. И прорисовка комиксов, дети это очень любят. К слову, каникулы в IT-школе – понятие условное. Тех, кто не представляет своей жизни без компьютерных технологий, и тех, кого жаркое лето не манит. На пляже здесь ждут на специальных экспресс-курсах. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».